Друзья, всем привет из Фикспрайса. Давайте посмотрим новиночки, которые пришли в этот фикс. Покажу только новинки. Пришли новые бутылки для воды из полипропилена с надписями. Вот такая вот. И нержавеющая сталь еще в составе. Крышка с надписью «Просто вода». И вот еще какая надпись. 500 миллилитров. Подставки под чашку 9,5 сантиметров в диаметре. Материал акрил. Три варианта расцветок нашла. Такой. Так, вот. И черно-белый. 27,50. Новые кухонные ножницы по 99 рублей. Яркого цвета салатового. Так, подойдет для развязания вот костей. Курицу разделывать можно, рыбу, раскалывать орехи. Нержавеющая сталь и полипропилен в составе 99 рублей. Пробки, диспенсеры для бутылки. Отличный выбор для приготовления коктейлей и других напитков. Помогут точно следовать рецепту и не ошибиться с дозировкой. Материал термопластичная резина и сталь. 79 рублей, две штуки. Классная новинка. Это вот такие миски из нержавеющей стали с силиконовой ручкой. Объем 3,4 литра, стоит 249 рублей. Цвет ручек разный, можно выбрать. Есть серый, черный и зеленый цвет. Сито вот такое с ручкой. Диаметр 32,5 сантиметра. Нержавеющая сталь и полипропилен в составе. Два цвета ручек. Серый, светлый и черный цвет. Вот такая вот новиночка. Первый раз такие вижу здесь. Это охлаждающие кубики для напитков. В чем их прелесть? В том, что они не будут разбавлять ваш напиток. Многоразовое использование. То есть их замораживаете и кидаете в напиток. 6 штук в наборе. 59 рублей. Материал гранит. Очень много привезли чехлов для одежды. Размер у них 60 на 130 сантиметров. Могу их порекомендовать. Это очень хорошие чехлы, качественные. Я такие покупала уже. У меня их несколько штук. Кстати, вот с такой бабочкой есть. 79 рублей стоит. Материал ПЭВА. В канцелярии появились вот такие цветные листы для записей. 250 штук в наборе. И варианты расцветок. Еще какое. И вот такие. Стоит 79 рублей. Ну, еще есть блок-листы. Вот такие для заметок. По 149 рублей 600 штук. Они с клейким краем. Снова появились скетчбуки. Вот такие. Формат А5. 60 листов. Три вида разной бумаги. Есть фактурная бумага, гладкая и кремовая бумага. Фактурная. Стоит 149 рублей. Смотрите, какие листы. Нашла два варианта расцветок таких скетчбуков. Вот еще какой. Появились вот такие лотки для бумаг картонные. Две штуки в упаковке. Посмотрите, какая милота. Скорги. И вот тут просто собираешь и хранишь там свои тетради, я не знаю, книги, что-нибудь еще. Есть однотонный вариант по цвету. С котиками. Куда без них. Такая красота. Сейчас, возможно, что-то еще найдем интересное. А, вот еще вариант вот такой. Тут уже сплошная химия, физика, формулы. О, еще и зеленый. А, вот такой. И вот этот я сейчас тоже вытащу. Сейчас тут все посмотрим. Вот еще вариант. Стоят такие 79 рублей.
Ну, отдел для праздников пополнился вот такими наклейками сердца. 10 штук в наборе стоит 79 рублей. И варианты расцветок есть разные. И также еще появились клипсы декоративные сердца, тоже 10 штук, 49,50. Увидела новое кофе, вот такое, Today называется, арабика. Здесь 75 грамм, 149 рублей. Симпатичная упаковка. Вот, друзья, это все новиночки. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.